Итак, сегодня понедельник, вот завтра вторник, трансфер. Хотел бы показать опять своего берсеркера, 78 левел, вот буквально только что апнул в первобытном саду. В принципе, все поинты я вкидываю в силу, то есть уже 52 силы. Все поинты тупо в силу. Умения тоже вот новые открылись. Сейчас надо прокачать. Теперь получается следующие только на 80-м, а потом на 85-м два умения и все. Вот владение сиянием, владение сумраком я не прокачивал, конечно, потому что там книги хер знает сколько стоят. Но вкачаю то, что могу. Миллиона ДНА, окей. Вот это я тоже не вкачивал, потому что тут книги мастера нужны вот для этих аур. Книг мастеров, к сожалению, тоже нет. Благословение отца я не вкачивал, потому что 10 лямов, мне кажется, многовато. Так, немного прокачал персонажа, сейчас надо попробовать. Вот в долине драконов я до этого мог стоять, типа убивать мобов, но меня они там сильно дамажили. Вот надо сейчас попробовать. Надо попробовать, может сейчас как-то получше там будет стояться. Так, тут кажется огонь. С эволюцией у меня только огонь. Камни эволюции сейчас подорожали в последнее время. Так, на монстров сменимся. Эта игра опять забагалась. У меня третьепрофный скилл не юзается. У меня типа как обычно используется. Я понял. Надо перезаходить в игру. Это даже вроде перезапуском не лечится. Это надо именно выходить и заходить заново. Вот, перезашел в игру, все включилось. Пиздец, вот, конечно, игра 2003 года. Уже пора ее нормально сделать. А тут лагов много. Ну, типа, пиздец. И вчера, и позавчера такое было, то, что третьепрофный скилл, он ну, иногда не юзается. То есть он используется как дефолтный. Мне вот миличники не нравятся на самом деле, то есть следующего, ну, твинка я своего сделал не миличника. Ну вот что плюс у Камаэли, это то, что у них вот эти вот души есть. Сияющие души собираешь 100 штук, и у тебя форма вот эта включается, и ты ману регенишь от урона. Вот это мощная штука, потому что реально тут маны не хватает, мана заканчивается. А когда мана заканчивается, то с автоатаки уже мало урона, и мобы слишком сильно забивать начинают. Надо благословение духа включить. 78 левел, но теперь все, теперь типа только на 80-м усилюсь. Дофига скиллов прокачаю. На 79-м экстренное спасение, но экстренное спасение это такой себе скилл. Весьма бесполезный. На самом-то деле. Чё там, босса бьют? И, кстати, чуть не забыл сказать, еще вот я чуть-чуть усилил персонажа, татуху. Повесил на силу плюс 3, выносливость минус 3. Венец героя, но пока что первый только. То есть за счет этого усилил. Ну, браслет для талисманов третий у меня и так был. А пушка у меня медовая. Так, в принципе, абсолютно ничего особенного.
А, ну и кукла Баюма есть. Ой, то есть кукла Королева Муравьев. Первая. Так, а это, собственно, твинк Шие. На кладбище он качается на 58 уровне, но почему так? Потому что он тут быстро мобов убивает. То есть силой небес иногда даже ваншотает. Я на поле брани до этого заходил, но на поле брани там не так удобно. То есть там не так быстро мобы умирают. Ну и как обычно проблема у всех магов то, что мана заканчивается быстро. Заканчивается мана и приходится ждать, пока она отрегенится. В принципе, мобов я тут быстро убиваю. В принципе, и не так плохо. Ну, 58 левел, только тут особо нечего показывать. Хочу до вечера 60-й вкачать, чтобы уже на крепость орков ходить. Ну да, я вкачаю. По-любому. На первобытный остров даже не знаю, может рановато еще ходить. Но мана это, конечно, проблема. Хорошо, тут на кладбище я хотя бы ваншотаю периодически, не каждого моба, но периодически ваншотаю. Ш, ладно, как-то так, завтра будет трансфер. Завтра посмотрим. Ну и шмоток тут такого, ничего необычного. Из за Б-купоны. За Б-купоны одет. Плащ защиты, второй пояс дракона, первый. Но я так особо ничего тут не точил пока. Всего лишь 58 левел. В принципе, первый талисман Евы и четвертый Адена. Ну, мне еще вот с коробки с наградой выпадет. Тоже шмотки будут дропаться. Вот талисман Адена выпадет на 60 уровне. Ну, как-то так. Вообще, изначально мне Шия понравился, потому что реально он мобов быстро запиливает. Только вот то, что мана заканчивается быстро. Надеюсь, я с этим тоже как-то справлюсь, с нехваткой маны. Ну что ж, как-то так.